Всем привет! С вами полевой вестник БАСФ, агроцентр Краснодар. Сегодня 25 мая 2022 года. Мы находимся на опытном поле кукурузы. Мы сымитировали случай, когда хозяйства не могут вовремя провести гербицидную обработку в фазе 3-5 листьев кукурузы. Поэтому в фазе 7-8 листьев мы проведем гербицидную обработку нашим новым препаратом Кельвин Плюс и прибавим к нему литр Даша. Фон засоренности высок с сорняками. На данный момент присутствует щерица, амброзия, марь, горец, канатник теофраста, осот, портулак, злак. Сейчас мы проведем гербицидную обработку и посмотрим эффективность данного препарата на сорняки. Всем привет! С вами полевой вестник БАСФ, агроцентр Краснодар. Сегодня 29 августа, и мы с вами находимся на опытном поле кукурузы, на котором в фазе 7-8 листьев мы провели гербицидную обработку нашим новым препаратом Кельвин Плюс из расчета 0,35 кг на гектар с прилипателем Даш. Слева от меня находится контрольный вариант, он полностью зарос. Сорные растения подавили культуру. На нем преобладают такие сорняки, как амброзия, горец почечунный, марь белая, канатник теофраста, злак. Справа от меня находится опытная делянка с применением нашего гербицида Кельвин Плюс. Он прекрасно справился с сорными растениями, а также и с переросшими. Хочу отметить, что междурядная культивация здесь не проводилась. Кельвин Плюс – это прекрасный препарат, который защитит ваши посевы кукурузы в позднюю фазу от разных видов сорных растений. В дальнейшем мы проведем уборку и поделимся с вами данными по урожайности. Всего доброго, до свидания. BASF. We create chemistry.